Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Мы продолжаем Just Cause 3, как вы уже слышали, наверное, если вы смотрите Fallout, то я, короче, освободил почти... Ой, тихо, тихо. Три провинции, осталась последняя база, я ее не стал убивать, потому что, мало ли, после нее задание сразу начнут говорить. Собственно, осталась только она. Остальное все сделано, остальное все готово, остальное Рика ломает руки, и все нормально. Поехали. И сюда. Ну, цепляйся за него. Куда ты собрался-то? Ну, поехали. Я тебя сейчас вызову, слышь? Это, сука, успел, прикинь? Собака какая, ладно, хер с ним. Поехали ломать все это говно и быстренько начинаем миссию. Я тут вообще разгонял, наверное, часа два я все это выполнял. Столько бы серий на все это ушло, это прям беда. Ай. Ай, все понятно. Не удалось. Спокойно. Спокойно, сейчас все будет нормально, пацаны, главное не кипишуйте. Здесь мы все сломали, здесь, по-моему, не очень много чего нужно сломать. Сейчас удостоверимся в этом. Ну да, тут вообще прям хер да маленько, нет ничего. Да хорош мне стрелять, слышь, упырь. Уйди. Все, что ли? Ни у кого, уйди отсюда, друга. Ну что ты лезешь, ты тут, видишь, люди стреляют. А ты тут лезешь куда-то непонятно. О! И, мать ты, вообще, внезапный прям появился такой специально. Решил меня врасплох застать. Не, пацаны, меня уже врасплох не, не застанешь. Я уже столько вас сегодня поубивал, что просто беда. Ну, бляха-муха. Эй, слышь, что? Ну-ка нахер отсюда. Ну подождите, пацаны, тихо-тихо. Нет, нет! Да! Я столько бас сегодня, короче, похерачил и не помер практически ни разу. А тут я взял и помер, представляешь? Ай-яй-яй, плохо-плохо-плохо. Плохо-плохо. Ну там реально, там осталась одна... Во, одна цистерна какое-то говно. Умирай. И ты умирай. О, хорошо. Чё там еще аккумуляторы? Взрывайся! О, еще где-то один был. Взорвался, нет? Ну, все хорошо. Враг. Обнаружен враг, обнаружен. Пока вы то обнаруживаете, враг уже давно всех убьет. Тихо, еще радарчик он один. До свидания, радарчик. Уйди. А чё еще-то? Доплерский радар от Синстерн. Ну, тут у них нет нихера, считай, уже. Я уже все сломал. Да ладно, какие неприятности, о чем ты говоришь-то? Взрывайся, цистерна, ну! Вали ее. А чё не идем-то, я не понимаю. Ну-ка. Ну алё! Ой, где радар еще последний? Вон он, сука. Вот и все. И миссия сразу появилась. Смотри, как хорошо. Миссия сразу прям рядышком. Я прям все так разметил красиво, что все прям. Быстренько сделать это в самом начале серии. Опа. Я уже здесь. Мы его потеряли? Да, вы меня потеряли. Опа. Видишь, как я за кадром красиво все сделал. Ну а что, просто неинтересно, одно и то же. Но это мы его убили с вами минимум две серии на все это. Три провинции, это очень дохера. Ты так палишься вообще в этом белом халате, не думаешь об этом? Дух захватывает. Тебе нужно идти вдоль кабелей. Давай угадаю. Они питают орудия, защищающие главную базу Дировелла. Именно. Бавариевому ЭМИ для работы требуются энергии и данные. Если перерезать эти пучки кабелей, выплешится и того, и другого. Найти исходную точку и уничтожить. Да расплюнуть. То мы с вами куда нас это приведет. По трубам гуляли, то теперь по кабелям. Гулять здесь прям просто нравится, походу, дело разработчикам. Гуляй всегда, гуляй везде, гуляй где можешь, ты идешь вперед по-любому. Пошли, Рико, грузи давай нормально мне игру и поехали с собой. Уничтожим нахер главную базу Дировеллы, и может быть игра уже закончится. Я не знаю, может быть и нет. Но нет, так нет, жалко что ли. Сценарий-то здесь все-таки какой-то никакой, да есть. Доберитесь до... В смысле? Каких труп ты сказал мне по кабелям идти, алё? Женщин, ты меня обманываешь. Ну и чё, ну добрался я, допустим. Привет, дальше чё? Трубы. Опа! Иди дальше вдоль труб. Куда? Ать! Хорошо. Ну, без этого никуда. Так, а чё куда идти-то, я не понимаю. Да и идти же ты. Может, вон туда все-таки поехали? Так, наверное, будет правильно. Сейчас в базу понесусь. Ни с того, ни с сего.
Вон туда, все правильно. Поехали. Тихо, не падать! Не падать. На, вон туда. Ну нет, нет, да! Спокойно. Вон туда давай. Может, пролетим даже, хер его знает. Я попробую, конечно, но вряд ли что-то получится. Ну, конечно. А, так мы к этим, к Уипу идем. Думаю, я отключу АМ и защиту Корта Дракон. Ну, сейчас отключим, да и все. Трубы закончились, а то есть катера. Под водой, наверное. Че, под водой, наверное? Ну, плыви под воду. Я что-то не особо хочу в эти катера залазить. Убить? А, охрану надо убить, ну окей. Без проблем. Ну какой поближе-то? Ну что, ни в какой не полезешь? Да не может такого быть. Спокойно. Во, хорошо. Так, пацаны, здорово. Да нет! Ну что ж вы делаете? Даже вот этот лоб зачесался у меня от вашего. Серия не успела начаться, уже два. Пис. Два, короче, раза мы просрали. Ну как так-то? Ты видал, у Винксюта есть торбы с оказывается. Закончились, а то есть катера. Под водой, наверное. Наверное, под водой. На-ка. О, кого-то завалил, на-ка. О, еще кого-то вальнул, хорош. Так что там? О, прощай. А ты что не взрываешься? О, прощай. А вы что там стоите? Здорово. А что так долго соображаем-то, слышь? Я как бы уже приехал. Че, под водой в натуре под водой, что ли? Ну, поплыли, ладно. Открывай, дай мой, я прилетел. Нет проблем, взломаю ворота. Давно пора. Давай, 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 давай. Спасибо. Иди дальше вдоль труб. Иду, иду, иду. Ну, это мы сейчас опять залазим, короче, на базу из-под воды, где стоят три огромных аппарата, которые питают эту защиту, которая меня сбивает. Правильно? Конечно же, правильно. Тихо. Открывай давай, ну. Залази. Дверь заперта. Открывай ее, дай мы, ты чё? Посмотрим. Дверь заперта, но ее можно обойти по тоннелю. Опять по твои тоннелю. Коллеги, Дайма. И это у тебя такой юмор? Ну да, смешной такой. Смешнявый прям, я ж юморист, Дайма, ты чё? Мы с тобой оба шутники. Дайма шутит за 350, я за 279. У нас с ней отличный дуэт получается. Мы с ней могли бы просто выступать по всему Миндичу и рубить бабки на смешных, на смешнявках, номерах. Выглядит знакомо. Пора за работу. Да. Здорово. Пока. Тебе нужно все уничтожить. Да кто бы сомневался. В этом я мастер. О! Что-то взрывается одно за одним, нормально. Умри. Откуда ты тут взялся? Скажи, там же не было никого. На. Ну и чё, не взрываемся? Что-то грены плохо работают, что ли, или чё? По ходу дела, грены дело бесполезные. Пулемет гораздо действеннее. Оу! Тихо, 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 тихо. Чуть не убили. Эх ты! Уип отключено. Теперь повстанцы смогут подойти к Корда Дракон. А мне куда? О, другой выход. Так открывай его быстрее, ну, в конце-то концов. Опа. Хорошо. Опа, замечательно. Красиво прямо. А вон туда, вон, сразу. Ох! Ха-ха-ха, вылетел. Ладно, не упади туда, слышь. Ай-яй-яй-яй, спокойно. Вылази. Да не смешно ни хера, вылазь давай. Ой, бомбить придется. Ты падаешь сейчас. Никаких подмог, ребятки, вы о чем вообще?
Нет, не вздумай, сука, вызвал. Не вызвал. Так он же помер, что за прикол-то? Алло. Кто следующий? Нет гранат, ну что ты будешь делать? А что еще сломать надо? Так, ну это оружие, это не то. Я зачем сюда пришел вообще? Так, наверное, миссию надо. А что тут у вас осталось-то? Че это? Грамотный человек. Да сука! Свежие силы. Уничтожьте. А! Я думаю, что тут такое. Падаем, ну! О! Все, теперь все наше. Красава. Все, поехали миссию брать. Спокойно. Так, ну смотри, я что, я все освободил. Смотри, Масос, Петра, Кауда, Трио. Все мое, короче, поехали. Нет, надо сначала на миссию, надо смотри, вниз сразу, да, заплутав. Освободить поселение Корда Драконцетком. Бляха. Ну ладно. Освободить, так освободить. Так, где-то здесь должен быть охеренный вертолет. Я прям нашел себе охеренный просто вертолет, серьезно. Так, сигнальная ракета, это мое. Интересно, он доступен будет, нет? Если будет доступен, будет хорошо. Я нашел, блин, такой, стрелять всем подряд, сука, херачить только так. Вертолеты. Да, вот этот вот. Давай. Это я, да. Прикинь. Надо быть осторожнее. Да ладно, чё вы. Поехали. Сейчас быстренько. Хотя она сейчас... Штука. Чё ты там взял-то? Эй, дурак, что ли? Запретная зона. Немедленно покинь территорию. Это ты кому сейчас сказал? Там просто нас сейчас с этой ПВОшкой, наверное, отхерачат, как детей. Поэтому это немного печально. Нам вниз туда, да? Ну да, конечно. Подкрепление в пути начинается. Ну, блять. Далеко мы все-таки пролетели, ты че? Очень далеко. Да ты прыгнешь сегодня куда-нибудь, то нет? Да. Что-то как-то не подфартило нам с этим вертолетом. А хороший вертолет был. Я с него очень много людей этих и всех подряд, короче. К вам высланы танки. Хорошо зашел. Блин. Ну нет, не убивайте меня. Ну кто вот сейчас, ну чем? Ну почему? Каким боком ты помер? Ты же встал на ноги, Рику. Что ты сегодня... Что он сегодня вытворяет? Объясни мне, пожалуйста. Почему он умирает каждый раз? За 13 минут? Сколько? 4 раза, по-моему, померли. Охереть просто. Сука. А тут у вас полно всего, да? Ну-ка. Да не, в принципе. Телюшки я там когда-то уже поубивал. Так, ну чё, поехали. Сука, где снайпер, падла? Какие-то они вообще сложные стали. Меня снайпер, падла, где-то убивает. Иди сюда, скотина. Да ядрить твою мать, Рика, сука, олень ты кусок. Вот, падла. Так, это не снайпер, а кто там снайпер? Где ПВО? Здесь же было ПВО, по-моему, да? Ну-ка. Окей, две цистерны минус. Дальше чё? Бля, чё все так раскидали-то? Что-то еще вот рядом есть. Окейушки. Что за пушка такая, спокойно? Да умри ты, ну. А ты что не убиваешься, я не понял. Ты же вертолет, ты должен был убиться уже.
Иди отсюда. Сейчас прилетит в меня, да? Сразу прям. Уэ, тот же самый, хорош! Это тот же самый хороший вертолет. Так, ладно, где еще ПВОшка? Ну, ясно, ясно, ясно. Ну, поехали так. Да ядрить твою мать, Рика, дурень ты. Здесь же немного совсем, по ходу дела. Так, ну это я сломал, окей. Суки со всех сторон шмаляют. А вот они, падлы! Вот они, твари! Сука, гнида! Да нет! Ну, блядь, Рико, ну, воюй ты нормально-то сегодня! Уже руки мне пока... Уже даже боты говорят, эй, манутый ты, Рико, ну ты сегодня чё какой? Я, видать, в неё переиграл, в неё нельзя, короче, долго играть. Столько бас сегодня поосвобождал, а сегодня что-то прям не прёт. Чё за херня? Поехали давай. Всех уже убил, все убил. Нет, их что-то не нравится до сих пор. Здорово, пацаны. Я здесь. Все здесь, Рико. Толку-то от тебя, здесь ты. Сука, ПВОшку быстрее. Срочно свою надо сделать. Сейчас вертолеты полетят. Давай, 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 давай. Вроде никого пока. Опа, хорошо. Минус самолеты. Вертолеты и прочее говно. Где снайпер? Вижу, падлу. И сюда, тварь. Пока. Так, ладно, это наша ПВОшка, хорошо. Чё еще поломать-то им? Управление воротами. Ворот надо подкрывать, чтобы наши заехали. Точно. Сука, снайперы эти достали меня уже. Где управление воротами-то? Где оно? Ой, началось. Сука. Хорошо. Стало полегче уже. Ой-о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 й
издеваетесь, нет? Чё за хрень-то? Ну хорошо, ПВОшка уже наш. Мы заходим буквально на пару минут. Заходим, помираем, заходим, помираем. Заходим, помираем. Я что-то прям не понимаю, что происходит. Херня какая-то происходит полнейшая. Нет! Спокойно, не врезаемся. Правление... мне вон туда надо, наверное. Нет, туда еще пока рано. Надо сначала цветком это освободить. Ну, уже началось, смотри. И не успел, короче, прилететь, уже стреляют в меня. Собаки такие. Опачки. Я обнаружу сейчас цель, собака, заткнись там. Какие-то все бронированные стали, непробиваемые, убиваемые, жесткие прям. Стоять. Не стреляй там, подожди. Вот я стреляю, ладно. Все окей. Радар. Отлично. Это было просто. Вот ты откуда там, чувак? Я ж только оттуда. Катись. Так, ладно, цистерну уничтожил. Жди, тварь. Чё еще? Где? Ах ты, собака ты такая! Сука, снайпера. Пока. Тут моя артиллерия справится только так. Может, мне на вертолет уже пора? Залази. Вроде как я все ПО свое поделал. А что у них тут осталось? Ну, где это все? Ладно. В принципе, недалеко. Хватит.
двумя кнопками на вышке нажимаешь, и все прям хорошо убивается. Так, так, она готова, ладно. Здесь что где? Окейушки. Пойдем ворота откроем. Не умираем, Рико, сейчас не время. Блять. То, что ли там со снайперской винтовкой собака такая? Это чей? Так, это не мой. Это тебе, давай-ка я сюда залезу. Это мне надо. Там я убил эту ПВшку, нет? Я вроде разбомбил, да? Да, она взломана, сломана. Пойдем остальные сломаем. А тут и нет никого. Так, это что такое? Вот еще что-то осталось. Поехали. Сначала... А, в принципе, ехать не надо. Отсюда упадем. О, и осталось что? Так, а я что, это не сломал, что ли? Что ж, прекрасно, новые цели. А что с вертолетом? Ты кто подбил-то? Спрыгни с него! Да что ты делаешь-то, ну? О, поехали вместе с ними. Рико, только не умирай, пожалуйста. Нам надо хотя бы эту миссию -то успеть сегодня сделать. Ну вот, началось, конечно, ага. Тихо, тихо, тихо. Сука, ёбаный снайпер, тварь. Не стреляй! Спасибо, успел. Да-хо-хо! Вот кто? Это вот снайпера по-любому делают, да только снайпер такой может сделать. Падла с одного патрона Рика Родригеса завалить. Я тут сегодня прям смертельная серия, прям отвечаю. Постоянно и кругом Рика помирает. Что это за херня? У меня 4-й уровень розыска, я же обосраться. Теряйте меня, пацаны, вы чё? Вы не должны меня видеть вообще никак. Так, а чё за вертолет? Молодца. Что ж, приступим. Да к чему приступать-то? Подожди пока. Ой, здорово. Вот вы, паду, с каких-то винтовок стреляют. Окей. Да, я пошел бы нахер тогда. Вертолеты разворачиваются. Красота. Управление воротами. Здорово. Пойдем взломаем быстрее, Рико. Вот это надо взломать срочно. Так, один там еще взломали. Окей. Давай, 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 давай. Вот это я сейчас резко зашел. Это прям красиво сейчас зашел, уди. Докрутился, дебилоид. Чё такое? Не попадай, пожалуйста, в меня. Подожди, не стреляй. Спасибо. Вот видишь, и главное грамотно попросить. Попросишь, вроде все нормально. Так, подожди-ка, вертолетики, вертолетики, вертолетики. Это надо побороться с этим срочно. Ага. А, так и сломать что надо. Тьфу ты, мать твою. Окей. Ну, Рико, Рико.
Что ты падаешь-то постоянно? Давай быстрей. Не, подожди, подожди, подожди. Ну взламывай, 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 блять, взламывай. Ты угораешь, нет? Или это типа не надо? Может, я своих сюда запустил? Типа не надо уже? Нет, надо. В чем прикол тогда? Чудеса. Я тебе, сука! Кривой мудак. Ты умрешь. О! И осталось что-то одно. Это все там. Да, поехали. Сложная, реально сложная серия. Прям что-то прям очень сложное. И вертолет тут уже, тут все. Тихо, спокойно. Дай я туда приземлюсь. Тут вам и снайперы, вам тут и танки. Не-не-не-не-не-не-не, хорош. Да сдохни ты, ядрить твою мать! Я тебе в голову 5 раз попал, он все никак не помрет. Кто еще стреляет? Где они стреляют? Нету никого. Говна кусок. Дай пострелять-то! Откуда вас тут столько? Вы что делаете-то, ну? Умирай давай. Что еще осталось-то? Тихо-тихо, не умираем, спокойно. Цистерна вон одна! Тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я знаю, что нам поможет. Не-не-не-не-не-не-не. Спокойно. Да задохни ты, ну, серьезно. Наконец-то, давай быстрей. Ща-ща-ща, подожди, дружище, на! Паскуда. Тварь. Что там осталось, цистерна? В натуре одна цистерна, прикинь. Да ёб твою мать! Это чё за черти-то такие? Пошли! Они что-то слишком быстро меня стали убивать. Раньше стреляли прям 10 минут в упор. Я стоял, просто ничего не делал. Просто стоял. А теперь, прикинь, а теперь нельзя так стоять. Теперь какие-то хуи красноглазые тебя убивают. Ну ничего, сука. Сейчас все будет. Показывайте, что у вас есть. В чё это ты так интересно? Скажи мне, пожалуйста. Воткнулся Рико. Так, ПВО моё работает, хорошо. Пойдем взорвем это говно и все. А где оно, кстати? А вот оно. Блять, одна цистерна оставалась, прикинь, одна, а. Твою мать. Где вы теперь будете хранить горючку? Действительно. Рико, разведчики повстанцев смогли просканировать Корда Дракон внутри. Интересные результаты. Надо встретиться, когда ты сможешь. Я прям сейчас смогу. Фу, какая сложная. Просто не то, что не миссия, а просто беда какая-то. Где это? Внизу?
Ага, вижу, спокойно. Ну возьми миссию-то в конце концов. Прям сегодня серьезно переиграл по ходу дела. Я сегодня 2 часа уничтожал базы, чтобы освободить 3 провинции, чтобы начать эту серию записывать сразу же с... Марио! Живой! Слушай, Рико, по нашим данным, на электростанции стоит неэкранированный бавариевый реактор. Это крайне нестабильное устройство. Значит, надо этим воспользоваться. Что будет, если нарушить работу реактора? Ты сотрешь базу с лица земли. Хорошо. Марио! Сказал Шелдону о наших планах, как мы договаривались. Ага, ты бы меня видел. Шелдон, Рико тут мне сказал, что мы атакуем электростанцию. Чтоб ты знал. Грасиас, компадре. Суверенит контрразведки Марио Фриго. Актёр! Всю свою военную мощь. Актёр! Когда мы отбросим солдат, я проникну на электростанцию. Точно по расписанию. Начинаем. Ну, наконец-то! Мы переходим в наступление! Дебил! Ну, пойдем, перейдем в наступление. Я сейчас смотрю вот эту миссию сделаю, потом скажут, освободи 17 провинций на острове Хиру-Ламалула. Бля, это то же самое получается. Мы же это уже делали. Так я лечу, ну, чё вы. Хорошо, что на Винксюте ПО не сбывает, а то жопа прям какая-то. Прикинь, летишь на Винксюте, а в тебя патрон летит. Так, пацаны, ладно, хер с вами. Кто-то уничтожил вражеский вертолет, кто-то молодец. И раз, и два, и три. Мы сейчас так быстренько долетим, что торопиться-то? В смысле, на Винксюте реально быстрее летать? На Винксюте прям вообще красиво все происходит, ну, если вот так вот не делать. А так, в принципе, все хорошо. Во, нормально. 1 километр остался. Точнее, 2, но это не страшно. На Винксюте это все делается просто махом. Летишь все спокойно, смотришь, как голубенькая шкала проигрывает красный. Понимаешь, что если еще через пару минут ты не долетишь, то тебя, в принципе, заставит переигрывать миссию. Буньк! Но какие тут нахер миссии, когда ты жив? Когда ты еще жив? Красава, Рика. Поехали быстрей. Здесь, кстати, на этом Миксюте зацепляться можно абсолютно за все. Даже за вертолет, наверное. За чужой. Ну, цепанить за нее! Ой. Ты, походу, по мне. Это я вам не надо. Мы уже на каком-то другом острове, походу, делали тайм. Снайпер какой-то хотел меня бомбануть. А где бой-то сам? Окей. Да слышали, алло! Да сколько вас тут? Взлетай давай, колымак сраная! Ты взлетаешь, нет? Блять, грудью закрываю, прикинь, грудью закрываю самолет. Взлетай давай! Сука, я тебя сейчас постреляю, тварь. Так, это свои. Все, полетел, нормально. Красава. Оу, 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 оу! Сообщают, что нашим кораблям снабжения требуется помощь. Ты можешь их встретить? Могу, конечно. Я, в принципе, за этим здесь и есть, чтобы кому-то помогать. Давай, лети. Без рук могу летать, прикинь? Отвечаю. Вот ты когда-нибудь в самолете полетишь, знаешь, что твой пилот делает то же самое. Вот тебе попроще будет, прям поспокойнее летать, серьезно, прикинь? Ты летишь и знаешь, что твой пилот, в принципе, сидит и не трогает руль руками. Ех ты, нихера себе. Это ПО на меня заработал? Что это сейчас было? Лодка повстанца. Какая лодка-то, вы чё? Я даже не долетел сюда оттуда, вы что, издеваетесь, нет? Так нельзя, ребята! Ребята, девчата! Вы хорош! Вы так не надо делать. Лодка повстанцев, ага.
До нее как бы, да, ехать сначала надо, до этой лодки-то. Давай, давай, Рика, давай. Ну, я так не долечу. Эх, жалко, я не схватился за него. Сейчас бы долетел. Доберись до поля боя. Что там, лодку надо спасать? Это без проблем. Где наши так, синенькие наши? Коричневые не наши. Защищать надо лодку нашу. Все логично. Мы почти там. Они их уже отогнали. За мной там охотится, нет? Рико, корабли снабжения должны добраться до берега у меня ленты. Защищай их на пути к точке выгрузки. Окей. Я вошел. Ну, поехали. А чё, куда? А чё делать надо? А, вот, появилась, окей. Вот это у тебя перезарядка говняная прям. Да это говно не плавает вообще. Всех потопили, красавцы. Давай, плыви, лодка. Меня даже никто не стреляет, я вообще красавчик. Слышь? Ну-ка, давай-ка разгоняю побыстрее. Сука, не попал. Попал! Красавчик, прикинь, попал. По такой траектории, короче, и попал. Им вообще насрать на эту лодку, судя по всему. Они стреляют в кого-то другого. Ну тихо. Ну поехали, ладно. Еще 2 километра пролетим, не проблема. Ну и сегодня летаем. Помираем и летаем. В этом смысл этой серии. Помирать и летать. Все, больше делать ничего не надо, абсолютно. Только помирать и только летать. Помирать помирали, летать летаем. Мы, кстати, возвращаемся назад тем же дорогой, по ходу дела, куда мы летели сюда, по этим по трубам. Ой, хорошо, как смотри. Я думал, бомб черканул. А нет. Давай, Рико, давай быстрей. У нас осталось последнее сражение, мы закончим эту миссию. А потом нас скажут, идите освобождать базы. Идите. Хватит вам этих миссий. Идите освобождать базы, и все. И мы будем освобождать. Точнее, я буду, а вы нет. Но в этом-то и соль. В том, что мы-то смотрим сюжетку, нам на эти базы в принципе насрать. Поэтому мне приходится их освобождать. Окей, поехали. Так, это танк СМИ. Ну я понял, подожди. О! А, это не свой. Это мой, точнее. Да ну-ну-ну, подожди-ка. Сука, как быстро они ездят, а? Все, танк, тебе пизда. Я тебе отвечаю. Во. Эх, конвой! Не ожидали, что Рико Родригес может захватывать ваши непробиваемые танки? Стоять! Слышь! Да ты чё? О! Всё? А, ещё его надо сломать. Окей. Чё ты, дурак, врезаешься в танк-то? Не видишь, это танк. Его нельзя убивать. Ой, не того утром потратил, ну ладно. Кого уничтожить? Я думал, это все.
Да, охереть вообще. Какая сегодня у нас непонятно многомиссионная серия. Это нам надо туда вниз, в открытую дырку, по ходу дела, залазить, что-то там взрывать. Но это мы уже делали в начале, по-моему, этой серии, когда пошли первую миссию делать. Мы же AME, или как это? AME, они вот так ее называют. Хер, повторишь. AME. Ну не падай, пожалуйста, Рика, слышь? Ух ты ж, бляха-муха. Кто там так шмаляет-то в меня? Самолет, что ли? Вертолет, кто это? Так, это вообще вниз, походу, Нелл, надо. Точно. Уничтожьте генератор охлаждения. Мы сейчас, типа, скинем стабилизацию с этой баварьевой нестабилизированной установки, и она умрет. И все, хером взорвется. Что теперь? Отключи турбину охлаждения, чтобы опустить осколочные щиты. Окей. Ну давай, 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 Рико, поехали. Да, двигайся дальше. С уничтожением турбины открылся предохранитель охлаждающего тоннеля. По нему ты попадешь в зал с генератором. Плыви, блядь. Так это еще не то. То же самое надо делать, представляешь? Ладно, раньше надоело одно и то же делать с базами. Теперь приходится делать одно и то же, короче говоря, с миссиями. Миссии не отличаются абсолютно никакой оригинальностью. Вот это очень плохо. Нет, не умирай. Я сегодня пытался заплыть на 400 метров под воду и не заплыл. Не смог, прикинь. В смысле? Я же назад поплыл или что? Вроде как нет. Ой, дурак. В натуре назад, да? Нет, прикинь, не назад. Ну, стрельни куда-нибудь уже. Ой, это опять то же самое. Где? Один готов. Окей. Ну, это аккумуляторы повзрывать? Это ладно. Это мы можем. Это мы умеем. А, не то. Ну и похер, так быстрее будет. Где он? Вижу. Давай, давай, Рико, вон он рядом. Опачки. Кнопочки. Вот так. Уходи отсюда, Рико. Без генератора в аварии реактор взорвется. Окей. Скорее, Рико, давление в генераторах. Да вылази, я что-то орешь-то. Рик в космос прилетел. Надоело ему на этой планете освобождать одно и то же и воевать над ним и тем же. Лишил просто себя земного существования и отправился нахер в космос. Такие дела. Ну и чё, я бы и без этого баварива его, херарива его, двигателя, как его там называют этого, я бы так же всё сломал. В чём проблема-то? Насрать, чувак, вообще. Главное, чтобы клевало. Чуть-чуть не попал. Акула, чувак! Тяни! У тебя лески нет. Рико прилетел. Ну? Удивят на следующей миссии, аль нет? Или скажут, иди освобождай. Заплутав в хандре.
А вот и Рико. Рико, ты там? Даймер расшифровала сведения о рейсе. Роза Мануэлла возвращается в Медичи. Она направляется на новый аванпост повстанцев у подножья горы. Но если об этом знаем мы, то знает и Шелтон. Знаете, значит, редкая страна нужно тратит проводить такие средства на развитие инфраструктуры. Нам повезло здесь жить. Так а что надо-то теперь? Миссия-то есть? Есть, смотри-ка, в следующий раз мы начнем прямо с миссии. Красота. Спасибо. Ладно, давайте на этом закончим. Да хватит воевать там. Ссылка на новость будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.